Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся выполнять пико из трех воздушных петель над воздушной петелечкой, которая вяжется между столбиками с накидом. Для наглядности и удобства выполнения мы с вами выполнили один ряд столбиков с накидом и приступим к выполнению нашего ряда. Выполняем 3 воздушные петли подъема. Далее пропускаем верхушечку первого столбика и в верхушку следующего столбика выполняем накид на крючок, вводим крючок и выполняем столбик с одним накидом. Выполнили. Далее выполняем одну воздушную петлю. И теперь над этой петлей мы с вами будем провязывать пико из 3 воздушных петель. Мы с вами выполняем 3 воздушные петелечки. 1, 2, 3. Вводим крючок в 4-ю петлю от крючка. И выполняем соединительную. Наше с вами пико над воздушной петлей готово. Далее мы с вами пропускаем верхушку столбика в предыдущем ряду, выполняем накид на крючок и вводим крючок в верхушечку следующего столбика. Провязываем столбик с одним накидом. И вот хорошо видно, наше пико находится между столбиками. Оно выполнено над одной воздушной петлей. Давайте еще раз повторим. Выполняем одну воздушную. Далее выполняем еще 3 воздушных петли пико. 1, 2, 3. Вводим крючок в 4-ю петлю от крючка. Выполняем соединительную. Пико над воздушной готово. Выполняем накид на крючок, пропускаем одну петлю или один столбик в предыдущем ряду, вводим крючок в следующий столбик и выполняем столбик с накидом. И вот так наши смотрятся пико, которые выполнены из 3 воздушных петель и находятся над воздушной петелечкой. Мы с вами сегодня научились выполнять пико из 3 воздушных петель над воздушной петлей. Так наше пико смотрится по лицевой стороне. И так наше пико смотрится по изнанке. Творческих вам успехов!